Пробираться сквозь лесную чащу станет проще. Губернатор вручил ключи от новых автомобилей марки «Нива» четырем лесничествам региона – Шуйскому, Кинешемскому, Южскому и Фурмановскому. Легкие планеты в Ивановской области занимают весьма скромную по российским меркам площадь – порядка 1 миллиона гектаров. Но пешком такую территорию, конечно, не обойдешь. По сути, это внедорожник, а поскольку лесной фонд он подразумевает наличие плохих дорог, то вот этот вариант, он оптимальный по расходу бензина и по проходимости. Что делать на этих автомобилях? Это, во-первых, патрулирование, во-вторых, выявление нарушений лесного законодательства. Для борьбы с нарушителями лесничеством передали по комплекту спецтехники – полевой ноутбук и фотоловушку. Последний устанавливается в местах, привлекательных для нарушителей. Камера срабатывает на чужака, GPS-сигнал оперативно передается на приемник, и лесоохрана на новеньких «Нивах» выезжает на место. Сегодня нашли возможность выделить деньги на 4 новых автомобиля. Мы, кроме этого, еще планируем вооружить нашу лесную охрану беспилотниками. Я надеюсь, что МЧС передаст нам в приезд вот для этих целей вертолет, в результате чего эффективность защиты, конечно, резко повысится. Вертолета, конечно, придется ждать энное время, но ждать помощь с воздуха в новеньких авто куда приятней. Так сказать, без отрыва от производства. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.